Вот, мы с брателлой приближаемся навстречу грозе. Идет гроза. Вот такие вот красивые речки. Очень красивые. Андрей Николаевич, скажите, как вам данное зрелище? Да что зрелище? Что, тут хорюза есть? Есть, конечно. Есть, конечно. Видно, только что прошел дождь, мокрое перило. Осталось перекатывал там под дышком, да. На мути смотрю, да? Ну. Вот старый мост. А вот, видишь. Хорюза, да? Да, ну мелочь плещется. Вон плеснулась. А я уже не первый раз вижу. Мошка летает, а вон они, видишь, на мошку прыгают. Может, даже гальян. Ну, главное, что жизнь есть. А там где-то и хари стоит. Как пиндать. Нам еще далеко ехать. Вон они, смотри. Это может быть капли с дерева, но мало вер... Да, это может капли с дерева. Да, вот они. Это с дерева капля. Да. Ну есть, я видел, плескались вот здесь, вроде тут вон. Да я сам тут прямо с моста удочкой на муху ловил хорюзов. Там вон, в том видишь, старом мосте, вот, где колода развалена. Смотри, видишь, ну это поверху. Или мелкий хорюзочек вообще мелочь. Нам еще с брателло ехать и ехать. Да, тут Саша делает. Ну, часов 6 осталось еще. Часов 6. По нашим дальневосточным меркам. Еще 6 часов езды, да? По нашим дальневосточным меркам уже вообще фигня осталась. Уже почти дома. Уже почти дома. Из дома выехали, домой едем. Да. Ну что, поперли? Поперли. Впереди одни дожди. Брателло уверенно держит руль по курсу, по азимуту и дальности. Система РСБН работает исправно. Скач, лень идет, гроза идет. Брателло жмет на гашетку неумолимо. Впереди еще вся ночь дороги. Впереди перевал, его даже не видно. Но на камеру, наверное, не видно, но вот. Да, на камеру я даже видеоискатель не вижу, но там вот видно очертания перевала. Сейчас мы с Андреем будем подниматься в перевал. Вот мы на уровне с облаками дождевыми. Поднимаемся уже на пик перевала. Какая пропасть. О, облака прямо здесь. Мы уже прям в облаках. Все, прямо в облака зашли.
заходи на огонек. Очень красиво посмотреть на ленка в чистой воде. Заходи на огонек. Носатый. Какие у него зубчики. Таймишонок. Как он мечется в чистой воде. Жалко, что на камеру не видно, бликует облака. Но посмотреть, как он гуляет, это, конечно, стоит многого. И туда он пошел, и сюда. Очень сильный рыб. Очень сильный. Просто так его не угомонишь, несмотря на маленькие его размеры. Да ты смотри, что творит. Ну, активный, очень активный. Очень активный. Конечно, ни с какой другой рыбой по силе не сравнится. Что, подугомонился, друг? Нет еще? Нет, не угомонился? Ну давай мы повторим следующие строки. Ой-ой-ой, ну просто рада. Да я думаю, когда уже угомонится, уже все, чтобы его забрать. А он все угомониться не может, красавец. Ну что, еще на заход? Не готов? Еще не... И сейчас не все готово. Стрижка только началась, да? Ну ты смотри, сколько он все угомоняется. Ох, какой. Стрижка только началась. Хороший. Хороший, хороший. Пусть будет, что будет. Такие дела. Надо еще и отходить. Нам надо бороться с рыбой, управлять мотором. Такие дела. Это, Андрюша, тебе мастер-класс показываю. Ну-ка, да, покажи. Ай-яй-яй. О! Вот это хозяйский лягучек. Будешь помогать, ага? Зачем? Тренируйся на кошках. Да что тренируйся? Там нормально, линяра, блин. Зачетный, блин, вообще. Опа. Брателла просит помочь, как отказать брателле. Да там вообще-то зачетный линяра. Ты что? Сейчас, подожди. Я его даже поднять не могу. Саша. Смотри, что творит, а? Смотри. Ой, красивый. О! Вот дает. Жалко, что день такой пасмурный, бликует вода, очень чистая вода, но она... О, носатый, сильный. Вау, гуляет. Опа-на. Опа-на. Ох, какой красавчик. Ай, красавчик. Ай, порадовал. Ай, порадовал. Маленький. Ну, маленький таймешка к нам в гости заглянул.
В этом есть характер таймишунка, да? Да ты... Да он сам себе просто хуже делает. Я бы сейчас его просто бы отцепил бы. Сразу, блин. Держи его двумя руками. Сам себе только наматывает приключений на свой зад. Подожди. О, пошел красавец. Поцарапал мне, подрал моего воблерка. Ух ты! Это хороший линок. Несет еще так. Давай-ка, Андрюха, помогаешь, потому что... Забирай двумя руками. Ну-ка. Нифига. Ну, как китина. Килограмма, наверное, под 4. Ну. Стоп, стоп. Я держу, держу нормально. Снимай. Покажи его. Нет, ты его так. Вот так вот сейчас дает. Вот так. Ну, руку убери, да, вот так вот. Да, вот так показывают. Ну, так вот положи поперек. Во! Леночек, да, какой? Ай-яй-яй. Носатый? Носатый, вот, знаешь, из мозга выпало вообще все. Ой, какой! Как ты воблера, малыш, заглотил. Иди на свободу, красавец. Опа! Зачетный, блядь. Зачетный, да? Надо подняться. Нет.
Бобанер. Помогать? А, хороший линок. Надо забирать, Андрюх. Бороться с таким нелегко в одного. Смотри, он его поперек, что ли, ужали в воблер. Двумя руками, не другой. Видишь, как его забрать нелегко, да? Ого, хороший, да? Хороший. Хороший леночек. О, опять идет дождик. Я думаю, пора завязывать с рыбалкой, да, Андрей? Да, все, хорошо порыбачили, были хорошие линки, забрали только отборных, хороших линков на поесть, свеженьких, да, маленький, это ему повредился очень сильно, его забрали, остальное взяли только хороших линков, вся рыба свежая, сегодня поймана, сейчас мы сразу же поедем домой, вот так вот мы отрыбачились, была хорошая рыбалка, хорошо отдохнули. Кому, уважаемые, понравилось, ставьте палец вверх, делитесь видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.